Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео посвящается начинающим вязальщицам, которым хочу предложить связать вот такие пинеточки. Простенькие, они вяжутся только лицевыми и изнаночными петлями. И если будете смотреть внимательно видео, я постараюсь рассказать все подробно и показать, то у вас все получится. Бантик я еще не пришивала, они выглядят вот так вот. Цвет можно взять любой, какой вам понравится, какие у вас есть цвета, такие и возьмите. Так что готовим пряжу и начинаем вязать вот такую вот красоту. Я взяла два цвета ниточек. Это у меня ниточка Карина, 30% полиакрил и 70% полиэстер. Толщина пряжи 50 грамм, 125 метров. И еще взяла вот эту пряжу, она пушистенькая, Алисе Софти Беви. 50 грамм, 115 метров. Это для отделочки. Еще я нашла у себя в закромах вот такой вот бантик. Он как раз подходит сюда по цвету, ну и по этой модельке он тоже сюда подходит. Спицы. Сейчас я скажу, какие у меня спицы, какой размер. Так, между троечкой и 3,25. Ну, в принципе, 3,25. Троечка, он сюда не пролазит. Значит, 3,25. Можете троечку взять. Еще нам нужно будет ножнички, естественно, чтобы обрезать ниточки лишние. Вот здесь у меня маленький шовчик. Крючком сошьем. Итак, я набираю на спицы 30 петель. Я буду показывать все подробно. Набираем 30 петель и вяжем один ряд лицевыми петлями. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Эта моделька подойдет тем, кто только начинает вязать, кто только первые петелечки провязывает, но очень надо или очень хочется связать пинеточки, то вы можете связать такую модельку. Первую петлю мы снимаем, не провязывая, и следующие петли вяжем все лицевыми. Довязываем первый ряд. Со второго ряда начнем прибавлять петли для расширения подошвы. Последняя петля провязывается кромочной, а первая, она же снимается, не провязывая. Дальше кромочную сняли, дальше одна лицевая, накид. И вяжем дальше 12 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. 2 лицевые. Накид. 12 лицевых петель вяжем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Остается 2 петли. Накид, 1 лицевая. И последняя провязывается кромочной, изнаночной. Третий ряд. Снимаем кромочную петлю. Дальше вяжем 2 лицевые. Вяжем 1 лицевую. И дальше у нас идет накид. Если мы его провяжем вот так вот, то будет на подушке у нас дырка. Но дырка нам не нужна. Поэтому мы провязываем в середину справа налево, протыкаем спицей эту петлю и хватаем за заднюю половиночку этой петли. И провязываем так, чтобы петля перевернулась. И дырочки у нас уже нету, видите? Она закрылась. И так мы вяжем все петли лицевыми, а накиды провязываем перевернутой петлей. У нас и будет 4 накида, поэтому 4 петли мы провязываем перевернутой. И далее вяжем лицевыми. Опять идет перевернутая петля, далее лицевая и кромочная. Далее, пятый ряд, первую петлю снимаем, далее провязываем 1-2 петли, накид, 12 петель остается без изменений, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид 1, 2, 3, 4 лицевые, накид 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, накид 2 лицевые. И кромочная провязывается изнаночной петлей. Далее вяжем все петли лицевые. Накиды провязываем перевернутой петлей, как я вам уже показала, за заднюю стеночку. Итак, мы вяжем весь ряд лицевыми петлями. Довязываем до конца лицевыми петлями. Не забываем накид провязывать перевернутой петелечкой. Далее 2 лицевые и кромочная, всегда изнаночная. Следующий ряд. Кромочная, как всегда, снимается. Далее 3 лицевые. Накид. Далее 12 лицевых петель. Накид. Далее вяжем 6 лицевых. Каждый раз у нас по 2 петли увеличивается. Сначала было 2, потом 4, теперь 6. 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Далее вяжем 12 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, накид, 3 лицевые и кромочная. Теперь вяжем все петли лицевыми.
Если кто не успевает, то под видео есть шестереночка. Вы можете на нее нажать, и там будет скорость другая. Можете включить скорость помедленнее. Вы будете тогда успевать. С каждым рядом у нас увеличивается на 4 петли подошвы. Следующий ряд вяжем. Первую петлю снимаем. Далее вяжем 4 лицевые. 4. Накид. 12 лицевых. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, накид. Далее вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Накид. 4, 1, 2, 3, 4 и кромочная. Следующий ряд. Все петли вяжем лицевыми. Провязали ряд лицевыми. И теперь мы сделаем еще последний раз прибавочку. Первую снимаем. Далее 5 лицевых. 2, 3, 4, 5, накид, 12 лицевых петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, накид, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. 5, 1, 2, 3, 4, 5 и кромочная. И теперь вяжем все петли лицевыми. И на этом подушка наша связана. Так, теперь смотрим. Считаем наши ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Хвостик у нас с левой стороны. Вот где мы набирали петли, вот этот хвостик у нас остается с левой стороны. Теперь мы вяжем лицевыми. Это у нас лицевая сторона, это изнаночная сторона. Вяжем лицевыми. Поизнаночно вяжем изнаночными. У нас сейчас на спице 50 петель. Считаем, чтобы у нас было все правильно, все ровненько и все красиво. У нас было 30. 5 раз мы добавили по 4 петли, 20 петель. И у нас теперь 50 петель на спице. Теперь те хвостик с правой стороны, это у нас изнаночная сторона. Теперь мы вяжем все петли изнаночными. Провязываем до конца ряда изнаночными петлями. Посмотрим, может быть, так, сейчас я посчитаю.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 или 8 рядов, я уже не помню. Вяжем 6, потом посмотрим. Может быть, кого-то устроит и 6 рядов. Здесь я провязала. Ну, посмотрим, что-то я уже не помню, сколько я там вязала. Сейчас по ходу будем смотреть. Так, мы провязали 2 ряда после подошвы. Ряд лицевыми, ряд изнаночными. Вот у нас получается вот так вот. Теперь опять вяжем лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. Итак, я провязала 8 рядов лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными и еще лицевыми, изнаночными, лицевыми, изнаночными. Вот у нас изнаночная сторона, вот у нас лицевая сторона. Теперь мы будем вязать мысик, вот этот вот мысик, который я взяла, на этот мысик 8 петель. У нас на спице сейчас 50 петель. Минус 8 на мысик, получается у нас 42 петли. И делим пополам на эти две части по 21 петли вместе с кромочными. Итак, мы провязываем, одну снимаем и далее еще вяжем 20 петель. Всего мы провязываем 21 петлю вместе с кромочной. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Дальше вяжем вот эти вот средние 8 петель, тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Дальше на левой спице у нас должно остаться 21 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 и 1. С этой, с левой стороны, из этих 21 петли мы провязываем 2 петли вместе лицевые. И переснимаем ее на левую спицу. Разворачиваем на изнаночную сторону и изнаночными вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее из 21 петли, которая у нас здесь на спице, провязываем 2 вместе одной изнаночной. Разворачиваем, переснимаем ее на правую спицу. И вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше 2 вместе одной лицевой. Пересняли. Развернули. По изнанке провязываем 8 изнаночных. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее провязали 2 вместе одной изнаночной. Развернули. Пересняли. Итак, мы вяжем все эти 8 петель средние, по лицевой лицевыми, по изнанке изнаночными. И считаем петли. Теперь 2 вместе лицевой. У нас должно быть на спице 30 петель. Вместе с кромочными должно быть 30 петель. То есть столько петель, сколько мы набирали в самом начале. Итак, вяжем и считаем петли. Итак, у меня на спице 30 петель. Последний раз я убавила вот здесь вот с правой стороны. И теперь я провязываю до конца
полностью весь ряд. Там, где мы вот провязывали по две вместе, чтобы не было у нас такой вот дырочки тут, мы немножко так вот как подтягиваем ниточку, потуже вяжем. И по изнаночной стороне мы вяжем все 30 петель изнаночными. Теперь вверх будем вязать пушистой ниточкой. Если у вас нет такой ниточки, то можете взять любой другой цвет. Хорошо к серенькому подходит и розовый цвет, и голубой цвет, и сиреневый цвет, и беленький всегда подходит к любому цвету. Поэтому, что у вас есть, даже красный можете вставить, и будет тоже красиво. И желательно с такого же цвета связать бантик. Как вязать бантики, на канале у меня есть. Буквально недавно я давала несколько видов, как вязать бантики. Ну, теперь берем эту ниточку пушистую и вяжем этой ниточкой все 30 петель, все вяжем лицевыми. Вяжем высоту столько, сколько вам нравится, сколько вам хочется, сколько вам нужно. Можете сейчас два ряда провязать и закрыть, будет как тапочек, но желательно чуть повыше сделать их, связать. Вяжем все петли лицевые. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я провязала 16 рядов, то есть 8 дорожек у меня здесь получилось. И закрыла потом петли. Вяжем все петли лицевыми. Даже я могу вам сказать, сколько тут у меня сантиметров. Но это у меня. А вы смотрите сами, сколько вам нужно. У меня здесь где-то 4,5-5 сантиметров. Итак, вяжем лицевыми все ряды. Вот у нас весь пинеточек связан лицевыми и изнаночными петлями, без рисунков. Так что не обязательно вязать с рисунком, чтобы были красивые пинеточки. Можно даже без рисунка. Так, ниточку мы отрезаем. Это она нам не нужна, чтобы не путаться с ней уже. И так продолжаем вязать пушистой ниточкой. Итак, я провязала нужное количество. И теперь закрываем петли. Закрываем так, чтобы не сильно стягивать и не сильно свободно. Потому что если стянуть, то ножка не пролезет. А если свободно, то будет болтаться. На ножке будет спадать пинеточек ваш с ножки. Этот размер где-то на годик. Ножка здесь у нас 10 сантиметров. Я вчера мерила своему внучку, ему 11 месяцев. Они еще немножечко великоваты. Но где-то на годик как раз они подойдут. Так, маленький кусочек оставляем. Так, убираем все ниточки, иголочки. Уберем только крючок. Выворачиваем на изнаночную сторону. И крючком сшиваем пинеточек. Вот берем за крайнюю петелечку. Подхватываем здесь две косички. Ну, пока их тут не видно, но я их чувствую. Вот они две. Я их вижу. И прошиваем их или иголочкой, кому как удобно, или крючком. Тоже вы сильно не стягивайте.
Сшиваем пушистой ниточкой вверх, или может быть у вас там другой цвет. Так вот подтягиваем, чтобы не стягивалось. Так, теперь мы связываем эти две ниточки, чтобы они не распустились. Я обычно их заделываю на две стороны, по изнаночной стороне, вот прям под пушистую ниточку. Протянули. Кончик ниточки протягиваем. Делаем узелочек. Кончик отрезаем. А второй кончик сюда протянем, на другую сторону. Это чуть позже сделаем. Теперь я покажу вам, как сшивать виньеточки. Видите, вот у нас тут из-за того, что мы первую снимали кромочную, а последнюю провязывали изнаночной, у нас образовывается вот такая вот косичка. Вот мы берем за две косички в одну сторону, две косички в другую, с другой стороны, и протаскиваем ниточку, наш кончик. Вот. Здесь две косички и здесь две косички. И протаскиваем. Так, чтобы у нас тут все совпало, чтобы было все ровненько. И вот так вот подтягиваем, чтобы не было там у вас стянуто сильно. Теперь у нас тут появляется вторая ниточка от подушвы. Я обычно их потом прошиваю вместе. Несколько пяти этих стежков делаю. А потом одну отрезаю. Отрезаю, которая покороче, а та, которая подлиннее, оставляю для дальнейшего сшивания. Вот так вот. Дальше вот подхватываем тоже. Такие вот есть у нас косички. Ну вот, благодаря лицевым и изнаночным петлям мы связали с вами виньеточки. Я думаю, что у вас все получилось. Я старалась вам показывать медленно и все подробно. Если вам понравилось это видео, то можете дальше смотреть мои другие видео. У меня есть несложные модельки. Так что, если у вас это получилось, то другие модельки у вас тоже получится. И теперь мы в обратную сторону тоже пару стежков сделаем. И затянем ниточку. И сюда протянем пушистую. Такие виньеточки у нас получились. Можете бантик сюда, можно любую аппликацию, можно вообще ничего. Они тоже будут такие вот простенькие, симпатичные виньеточки, лишь бы было тепленько ножкам. Вот такую красоту простую мы сегодня с вами связали. Оказывается, с лицевых и изнаночных петель можно связать очень красивые, аккуратные виньеточки. Было бы желание. Ну, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вы были в курсе всех моих новинок. Ну, на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч на моем канале.